возьми кран. Зачем? Одну металлическую балку погрузишь, а другую на эту. Подымешь и прижмешь кран. Не получится. Почему я так возьму? Ну а ты сейчас что, одну скинешь и приедешь, две возьмешь, правильно? И я нафига мне две тащи. Да, ну, а металлический рулон? Рулонов надо два. Ну, а третий рулон не значит. Ну тогда я беру что, два рулона и сверху палку кидаю. Ну попробуй. Если у тебя не установлено, он тебя и не будет показывать. Может и нет. Может и нет. А может и есть. Как ты взял палку? Получается, да, два рулона. Ну, первый приедешь, санкции нет. Через трассу, я прямо по асфальту. Клиренс хороший, но высокий. Реальных сделанных вроде бы. Ну, тракторы я знаю, что есть. 60-80.
гибрид попробуй. Потому что прицеп рядом. Рыбку плавал вене. Колеса снизу, сверху железо. В смысле? А должно быть как? Нет, издалека будет. Колеса. А. Он же рулон.
спину в разные стороны. Подавит. Thank you.
что кто-то пересаживался на машину. Поэтому и спрашиваю. А, ты что, пишешь, что на машину пересел? Нет. Было слышно мушка. Мышка и так клацала иногда.